Синоптическую ситуацию в начале этой недели можно назвать холодок на посошок. Уходящий апрель под занавес понизит температуру. Долго ли продлятся прощальные гастроли ненастных циклонов, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, в студии Анастасия Щербакова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Предстоящий вторник эхом покидающего нас циклона на юге Тюменской области небо время от времени будет хмуриться и кое-где проливаться небольшим дождем. Температурный режим останется ниже климатической нормы. 28 апреля в Тобольске облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ночью воздух остынет до минус 3, после полудня плюс 5-7. Вышими облачные кратковременные осадки. Ночные часы 0, минус 2 градуса, днем 7-9 выше 0. Завдоуковске облачно с прояснениями. Ночью 0, минус 2. Днем пройдут осадки, потеплеет до плюс 9. Вилотровске облачно с прояснениями и небольшой дождь. В темное время суток 0, минус 2 градуса. После полудня на термометрах 7-9 тепла. В Тюмени облачно с прояснениями. Под утро прохладно, минус 2-4 градуса. Днем небесная канцелярия подкинет небольшую порцию осадков. Воздух прогреется до плюс 9. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное.